В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лазерная физика и технологии. В РФЦФНЕФ открылась 12-я всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. Главный пассажир, сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Фестиваль «Все свои» саровчан приглашают на празднование Дня молодежи. Далее расскажем обо всем подробно. Открыть кафе или магазин на первом этаже многоэтажки теперь можно только с согласия жильцов дома. Госдума приняла закон, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему. Вступивший в силу изменения в жилищный кодекс совершенствует порядок перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме. Продуктовые магазины шаговой доступности, мини-маркеты, а также бары и кафе в бывших квартирах на первых этажах домов уже давно стали привычным делом. Но не всегда такое соседство приятно для жильцов многоквартирных домов. В конце мая Госдума внесла изменения в жилищный кодекс, и теперь процедура перевода квартиры в нежилой фонд усложнилась. Теперь для того, чтобы решение это было принято, необходимо, кроме тех документов, которые были предусмотрены ранее, предоставить еще протокол общего собрания собственников помещения многоквартирного дома о согласовании перевода и также согласие всех собственников примыкающих квартир. Такая процедура уже действовала в нашей стране до 2005 года. И также требовалось согласие собственников примыкающих квартир на перевод жилплощади в нежилой фонд. Теперь это правило вернули. Согласие оформляется всеми собственниками в произвольной форме. Согласие указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные, реквизиты документов, которые устанавливают право собственности, и номер квартиры, который примыкает к этому переводимому помещению. Процедура сбора подписей достаточно непростая. Новый закон определяет особый порядок кворума для проведения общего собрания при согласовании перевода. Если, допустим, в многоквартирном доме несколько подъездов, то для того, чтобы это собрание состоялось, необходимо, чтобы в нем приняли участие собственники, которые обладают большинством голосов от всех собственников, проживающих в этом доме. И второе условие, чтобы в собрании приняли участие не менее 2/3 собственников, которые проживают в том подъезде, в котором находится переводимое помещение. Если же в многоквартирном доме один подъезд, то для кворума необходимо участие собственников, которые обладают не менее чем 2/3 голосов от общего числа проживающих в доме. Таким образом, изменения в жилищный кодекс стали лучше учитывать мнение жильцов, например, при открытии на первом этаже увеселительных заведений. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. В РФЦФНЕФ открылась 12-я всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. В этом году участниками стали более 100 физиков из различных регионов нашей страны. В течение 4 дней на базе отдыха Гайдар они прослушают лекции ведущих специалистов атомной отрасли и представят свои доклады об исследованиях в области лазерной физики и лазерных технологий. Цель школы неизменна уже несколько лет – побудить молодых ученых к изучению лазерной физики, а также дать более глубокие знания по этому направлению студентам и аспирантам. На базе детского оздоровительного лагеря «Гайдар» участники будут слушать лекции ведущих российских ученых и представлять свои наработки в формате стендовых докладов. Перспективы здесь такие, что они получают некие ориентиры. Ну что, полезно посмотреть, а вообще какие люди, как они себя ведут, как у них мыслят на темы, которые обсуждаются. И сами темы, они дают некие ориентиры. География участников расширяется с каждым годом. За всю историю школы в ней принимали участие студенты и молодые ученые от Урала до западных границ нашей страны. В этом году более 40 человек приехали из других регионов, чтобы углубить свои знания в области лазерной физики. Для лекторов, наверное, это возможность донести материал, с которым они работают, для молодых масс, скажем так, которые смогут этим более детально увлечься, заинтересоваться каким-то образом и, возможно, даже перейти к дальнейшему сотрудничеству. Были случаи, когда ребята приезжали сюда студентами, в дальнейшем приходили к нам, например, в институт, в аспирантуру. Александр Ушаков стал уже постоянным участником всероссийской школы. Несколько лет подряд приезжал слушать лекции, еще будучи студентом. Он считает, что участие в мероприятиях в рамках всероссийской школы дает молодым ученым возможность реализовать свои идеи в области лазерных технологий. Я думаю, что основной вклад посвящен тому, что молодые ребята приезжают и впервые пробуют свои силы на этой школе, потому что даже на моем личном опыте были многие ребята, с которыми мы приезжали, они вообще, у них это был опыт первого доклада на этой школе. А спустя там уже несколько лет они уже приезжают, как уже
либо состоявшиеся, либо уже развивающиеся научные специалисты и сильно поднимают свою квалификацию. Многие из тех, кто слушал лекции в качестве студентов или молодых специалистов, теперь сами выступают с научными докладами. Они представят свои исследования в области лазерной физики, а также в качестве экспертов оценят работы аспирантов. За 4 дня студенты и молодые специалисты прослушают более 10 лекций ученых-физиков, а также посетят лазерные установки и музей ядерного оружия. Заключительным мероприятием станет награждение участников. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает сбор предложений по совершенствованию системы сдачи единого госэкзамена. До 1 августа все желающие могут направить свое мнение о том, чего не хватает на ЕГЭ и как сделать эту процедуру более комфортной и прозрачной. Все поступившие предложения будут рассмотрены специалистами ведомства. Наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля в Нижегородской области подорожает электроэнергия. Как сообщили в региональной службе по тарифам, цены увеличатся в среднем на 2%. Для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы тариф вырастет на 7 копеек за киловатт-час. Сверхсоциальные нормы – на 13 копеек. По сниженному тарифу электроэнергию будут оплачивать нижегородцы, проживающие в сельской местности, либо в жилых помещениях, оборудованных электроплитами. Саровские предприниматели могут возместить часть расходов. Речь идет о деньгах, которые были потрачены на покупку оборудования. Ежегодно городская администрация проводит конкурс на предоставление субсидий. Компенсация может составить до 50% от стоимости приобретенного оборудования, но не более 500 тысяч рублей. Более подробная информация по телефону 99263. Во Дворце детского творчества продолжается предварительная запись ребят на следующий учебный год. Это можно сделать как лично придя во дворец, так и в электронном виде. Для этого необходимо заполнить короткую анкету. Ссылку на нее можно найти на официальном сайте ДДТ. Запись продлится в течение всего лета. Со 2 по 6 сентября пройдут дни открытых дверей, когда родители или законные представители обучающихся заполнят 2 бланка – заявление и согласие на обработку персональных данных, а также встретятся с педагогами. В рамках всероссийской акции «Без вас не получится» сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Главный пассажир». Ее цель – обратить внимание на безопасность детей в автомобилях. Всего за день оштрафовали 8 водителей, которые нарушили правила перевозки юных пассажиров. В этом году в Сарове произошло 2 ДТП с участием детей-пассажиров. В одном случае ребенок был не пристегнут специальным удерживающим устройством, получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД систематически проводят профилактические операции, чтобы выявить на дорогах нашего города водителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Это использование детских удерживающих устройств, использование ремней безопасности. Вот именно детское кресло, в таком понимании, как мы его с вами понимаем, оно способно ограничить ребенка от нанесения каких-то телесных повреждений в результате дорожных происшествий, либо значительно их снизить. Зачастую сотрудники ГИБДД сталкиваются с тем, что водители не понимают необходимость соблюдения всех правил перевозки детей. Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка и быть сертифицировано. Понятно, что купить за 200 рублей накладку на ремень и, скажем так, считать, что его миссия как водителя выполнена, это в корне неверно. Такая накладка, как так называемый треугольник безопасности, он абсолютно не обеспечивает безопасность. А далее даже наоборот, при каком-то столкновении, при ударе о ремень, ребенок может получить повреждение внутренних органов. Еженедельно дорожные полицейские выявляют до 20 нарушений правил перевозки детей в нашем городе. Причины пренебречь безопасностью своих главных пассажиров самые разные. Некоторые говорят, что кресла просто нет и приобретать его не собираются. Кто говорит, забыли в другой машине? Кто-то говорит, там, в машине жены забыл, там, в машине мужа оставил, там, в машине дедушки, бабушки. Ну, причины совершенно разные. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что штраф за нарушение правил перевозки детей – 3000 рублей. За эти деньги можно подобрать автокресло или бустер, который обеспечит безопасность ребенка в дороге. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Международная организация труда предлагает сократить рабочую неделю до 4 дней. Как отмечают эксперты, это позволит снизить статистику заболеваний, связанных с переработками и стрессом. О возможности сокращения рабочей недели говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он не исключил, что в будущем жители страны будут работать меньше, при этом повысив производительность своего труда. Помогут ли такие меры избежать синдрома эмоционального выгорания, выясняла наша съемочная группа.
Как не сгореть на работе? Над этим вопросом хоть раз в жизни задумывался специалист любой сферы. Будь то сотрудник офиса, школьный учитель или медик. От активного рабочего ритма неизбежно накапливается усталость. И как результат состояния, которое психологи называют синдромом эмоционального выгорания. По мнению специалистов, сокращение рабочей недели до 4 дней позволит снизить процент россиян, уставших от 8-часового графика. Эмоциональное выгорание – это когда человек устал от людей, ну, если говорить по-простому. Устал от людей настолько, что начинает уже потихоньку их ненавидеть. И начинает подавлять в себе эти ощущения. Психологи считают, что сокращение рабочей недели не спасет от эмоционального выгорания. Патологической усталости от работы, стрессу и другим сопутствующим состояниям в большей степени подвержены представители профессий, которые связаны с постоянным контактом с людьми, а также люди определенного типа личности. Те, которые плохо осознают свои потребности и, соответственно, их не реализуют. То есть те, кто себя как бы вот на последнее место ставит, и до себя руки так и не доходят. То есть нужно для семьи что-то делать, нужно по работе делать, и это изо дня в день, из года в год вот эта круговерть накапливается, и человек просто себе не принадлежит. Напряжение, стресс, истощение. Чтобы не столкнуться с этими стадиями эмоционального выгорания на работе, психологи рекомендуют не уходить с головой в профессиональные заботы, не забывать о своих потребностях и стараться как можно чаще отвлекаться от ежедневной рутины. Просто к себе обратиться и спросить, а тело-то мое чего хочет, психика моя чего хочет, я вообще как с собой-то обхожусь. Ну, это в том числе и пережитки нашего прошлого, да, социализма и прочего, когда я у себя на последнем месте. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, только половина россиян поддерживают идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Большой кинотеатр под открытым небом, фестиваль мороженого, награждение активистов молодежных объединений, рок-концерты и многое другое. 29 июня на стадионе ИКАР отметят День молодежи. В этом году праздник впервые пройдет в рамках областного фестиваля «Все свои». Саровчане смогут принять участие в благотворительном марафоне, посетить выставку мототехники и другие тематические площадки. Подробнее о программе Дня молодежи расскажем в следующем репортаже. В этом году День молодежи впервые пройдет в рамках областного фестиваля «Все свои». В Сарове праздник стартует в 14:30. Новинкой данного Дня молодежи, естественно, это будет сцена центральная, которая в этом году у нас будет стоять на поле, чтобы большее количество горожан могли посетить наше мероприятие. В этом году у нас будет проходить прямая линия включения с губернатором нашей области Нижегородской, Глебом Никитиным, и встреча с главой администрации. Все это будет проходить на центральном поле. На запасном поле ИКАРа пройдет благотворительный товарищеский матч между командами драматического театра и администрации. А на спортивных площадках стадиона саровчане смогут принять участие в соревнованиях по автозвуку, посетить выставку мотоциклов, а также поучаствовать в масштабном проекте «Танцующий Саров». Будет очень интересная игра «Бамперболл», которую мы хотели предложить молодежи, чтобы они поиграли. И здесь будет также реализован, как и в том году, большой очень проект «Саровский котельон». Для любителей уличной культуры будет предоставлена специальная площадка «Скиллпати». На ней все желающие смогут продемонстрировать экстремальные приемы катания на скейтборде, самокате и велосипеде, а также посоревноваться в брейкдансе и BMX. Можно записаться заранее, подать заявку в группе, создана большая группа «Все свои» в Сарове. И помимо этого, на этой площадке будет проводиться мастер-класс от Александра Мерзликина по джамстайлу. В рамках проекта «Все свои» будет запущен конкурс «Самые веселые фото со Дня молодежи». Всем участникам необходимо будет сделать оригинальные фотографии с праздника, выложить их в социальные сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Все свои 52» и «В Сарове». Выбирать победителя конкурса организаторы будут по количеству лайков. Финальной точкой Дня молодежи станет выступление московской группы «Мультиверс». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.